Антонина Килунина из Черногорска решила продать свою комнату в общежитии, но при оформлении сделки оказалось, что договор купли-продажи необходимо заверить у нотариуса. Женщину интересует вопрос, почему так? Ведь когда она покупала комнату 4 года назад, нотариус был не нужен. В управлении Росреестра пояснили, что в середине 2016 года поменялось законодательство. Теперь, совершая любые сделки с долями недвижимости, к которым относится и комната в общежитии, нужно привлекать нотариуса. Без его визы нельзя продать, обменять, либо подарить долю в жилом помещении.